Новое дело программы «Коммунальный детектив. Опасный или безопасный газ?». Генеральный директор «Мурманоблгаза» рассказывает о причинах трагедии и правилах эксплуатации плит. Взрыв дома на улице Свердлова унес жизни. Оставил людей без крыши над головой и вызвал панику среди мурманчан. Но что опаснее, газ или человек? Вот все трагедии, которые происходят, в основном, это, конечно, человеческий фактор. Как действовать, если вы почувствовали запах газа, и почему ни в коем случае нельзя немедленно набирать 04? Сделать все действия, чтобы перекрыть подачу газа, да? Покинуть загазованное помещение и уже на открытом пространстве тогда уже вызывать экстренную службу. Кроме всего прочего, нужно предупредить соседей всех. Даже телефонный звонок или смс в загазованном помещении могут вызвать взрыв. Но предупредить всегда легче, чем потом эвакуировать дом. Как мы можем заранее позаботиться о своей безопасности? Те газовые плиты, которые были поставлены еще при Советском Союзе, они однозначно должны меняться. Каждый месяц сотрудники облгаза отключают от газоснабжения более 50 квартир. Причина – неисправность или превышенный срок эксплуатации плит. Их можно заменить на современные, оборудованные датчиками, но не каждому это по карману. Есть ли решение и почему о безопасности россиян должны подумать законодатели? Смотрите в программе «Коммунальный детектив» в эфире телеканала «Артик ТВ» и на сайте artik-tv.rf.